Более 30 тысяч югорских семей получают пособие на детей от 3 до 7 лет. Такими данными поделилась директор окружного департамента соцразвития Тереза Пономарева в прямом эфире. Она рассказала, каким образом определяется сумма выплаты. Так оценивается совокупный доход семьи. Далее к нему прибавляют 50% от прожиточного минимума. Таким образом, первый вариант пособия составит порядка 9 тысяч рублей. И специалист оценивает, все равно с назначением этого пособия семья не вышла за пределы бедности, она все равно осталась за чертой бедности. В этом случае будет прибавлено 75% прожиточного минимума. На сегодняшний день это более 12 тысяч рублей. Снова оценивается доход семьи. Если он не превысил прожиточного минимума, то к доходу семьи прибавится 100% прожиточного минимума. Это порядка 20 тысяч рублей.